13 сентября жители Камчатского края большинством голосов выбрали нового губернатора региона. За Владимира Солодова проголосовало более 80% жителей полуострова. Свое мнение по итогам прошедших выборов высказали представители камчатской общественности. Для людей, для камчатцев, я думаю, это хороший выбор, это перспективный выбор. И в этой связи я бы хотел отметить три момента, касаемо непосредственно нашего нового губернатора. Во-первых, это его открытость, потому что с первых же дней человек... Вообще с первого часа человек подарил всем свой инстаграм. Люди смогли общаться, задавать вопросы различные и в том числе и решать их проблемы. Это раз. Второй момент – это умение работать с командой. И это очень важный момент, потому что мы увидели, в каком темпе можно вообще работать. Я думаю, что это все оценили. Это второй момент. И третий – это, наверное, смелость человека, потому что, несмотря на эту пандемию, ситуацию тяжелейшую, ведь он проехал практически по всем районам Камчатки, в том числе побывал там, где и вспышки были зафиксированы коронавируса. Вот на этих трех китах, наверное, и получилось такой вот хороший результат. Я надеюсь, ну, эти темпы и такая работа, ну, она, в общем-то, не будут сбавляться. Результаты выборов для меня, они закономерны, они были ожидаемые. И выборы прошли очень цивилизованно, по-современному. Все кандидаты, на мой взгляд, они достойны были этого поста, но кандидат выигравший, Владимир Викторович, это было ожидаемо. С того момента, как приступил к исполнению обязанностей губернатора Камчатского края, уже видно было, какие изменения он принес в Камчатский край. Только те проекты, например, как Центр развития Камчатского края, собрать связи от жителей Камчатского края, город для жизни и много других проектов. И полагаю, в дальнейшем наш край будет развиваться в таком же темпе. Это уже понятно и видно. И полагаю, и надеюсь на то, что все жители Камчатского края в этом поддержат нашего новоизбранного губернатора. А мы, общественная организация, общественные деятели, сделаем все от нас зависящее, помочь нашему губернатору в развитии нашего края. Выиграла и Камчатка, и Владимир Солодов. Самое главное, еще не сказала. Вот он съездил в Москву. Он же добился, что будут этот... Краевую больницу строят, понимаете? Столько это денег ему выделили на детские площадки. А это самое главное для маленьких детей.